Всем привет! Я хотел бы рассказать о своем проекте, который называется «Ремейк игровой портативной консоли». Этот проект появился, когда я начал интересоваться электроникой и программированием. Как и большинство новичков в этих областях, сначала я познакомился с платой Arduino и научился управлять светодиодами с помощью нее. Следующим этапом моего развития стал навык управления семисегментным индикатором. После этого руководитель показал мне старую игровую приставку и рассказал, то, что экран является многосегментным индикатором. Так и появился мой проект, который отличается от оригинальной игры размером экрана и способом управления главным персонажем. Для изготовления большого экрана я решил использовать технологию, которая широко применяется в наружной рекламе – светорассеивающая пленка, просвечивающаяся светодиодной лентой. Маску экрана я нарисовал в программе векторной графики и с помощью станков плоттерной и лазерной резки вырезал из пленки и наклеил на прозрачное стекло толщиной 3 мм. Следующей моей задачей стало изготовление разделяющих барьеров, которые предотвращают засветку соседних элементов. Для этого я подготовил управляющую программу для фрезерного станка и изготовил их из МДФ-плиты. Получившийся корпус по контуру я заклеил тканью карпет, чтобы скрыть неровности материала. В результате получился экран игровой консоли, способный отображать необходимые элементы. Наступило время изготовить электронную часть игровой консоли. Главная управляющая плата получилась достаточно сложной, чтобы сделать ее самому, поэтому ее изготовление было поручено партнеру ЦМИТа. А вот небольшие платы, которые используются для соединения остальных компонентов моего проекта, я сделал сам. С помощью плоттерной резки я изготовил маску дорожек печатных плат, наклеил ее на фольгирное стекло текстолит, протравил его и получил готовую плату, которую осталось только распаять и установить. Важным и длительным процессом стало изготовление и размещение светодиодов и проводки для них. Для каждого сегмента необходимо было проложить и пропаять пару проводов. Написать программу для полученного устройства оказалось не настолько просто, как ожидалось, но в конечном итоге я справился с этим, и у меня получился игровой процесс, похожий на оригинальную игру. Для тестирования устройства я использовал простой джойстик, который также пришлось сделать самостоятельно. Корпус джойстика был смоделирован в программе 3D моделирования, вырезан из прозрачного акрила на станке лазерной резки, а кнопки напечатаны на 3D принтере. С самого начала работы над проектом хотелось изменить управление главным персонажем. Интересным решением показалось управление с помощью ног. На полу расположены большие кнопки, с помощью которых можно будет управлять главным персонажем. В основе данной конструкции лежит принцип замыкания двух пластин при нажатии на кнопку. Из полосок нержавейки я сделал такие датчики. При нажатии на такой датчик происходит замыкание контактов. В свободном положении контакты разомкнуты. Остальные элементы конструкции сделаны из фанеры и прозрачного поликарбоната толщиной 10 мм. Все эти детали сделаны с помощью фрезерного станка. На последнем этапе остается собрать все в единое целое и посмотреть, как это работает. Итогом моей работы стал ремейк игровой консоли, которая отличается от оригинала большим экраном и возможностью управления с помощью ног. А еще, как выяснилось, это неплохой тренажер, который помогает встряхнуться после длительного сидения за компьютером.